Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал. С вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как же ускорить ваш стандартный браузер Safari в два раза. Так, чтобы вы понимали, что я имею в виду, когда я открываю вкладки, у меня уже первый сайт Apple, он уже автоматически прогрузился. То есть давайте опять уберем, зайдем куда-либо, там пускай это будет Instagram. Убедимся в том, что у нас ничего нет, то есть многозадачность закрыта. Заходим в браузер Apple. Бум! Он уже прогружается, смотрите. То есть до начала еще того, как мы перейдем на вкладку, все вкладки у нас уже прогружаются, даже в энергосберегающем режиме. Смотрите, тут полсекунды буквально. Куда бы я ни зашел, все быстренько прогружается. Бум! Все быстро грузится. То есть, куда бы я ни зашел, почта это будет или еще куда-то что-то. Все перезагружается, все очень быстро. То есть, что для этого нужно, чтобы вы понимали? То я только что сказал, чтобы было всем ясно. До начала того, как у меня открываются все вкладки, вот я зашел в браузер, у меня все страницы сейчас прогружаются. То есть, перейдя на любую из этих вкладок, я уже буду на 100% прогруженном сайте, и мне будет уже удобно им использоваться, то есть загружены все картинки, ссылки, наименования и так далее. Как это активировать? Нужно зайти в настройки, опуститься ниже, перейти в браузер Safari, опускаемся в самый низ дополнительно, и нам нужно вот это меню Experimental Features, то есть экспериментальные настройки, фишки. Опускаемся ниже, ищем подпункт Link Reload Responsive Images, то есть вот этот вот подпункт, вот кого-то он просто будет link preload, может на других iOS, значит здесь вот расписано полностью так, у вас будет активировано, нам нужно будет деактивировать ползунок, и эта фишка будет у вас работать, у вас точно так же будет браузер быстренько перегружать ваши страницы еще до момента перехода вами на эту вкладку, чтобы работать с данным сайтом. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока!